Снова серый дождь и проливные тучи. Разукрась свой день разноцветными зонтиками. Мамика второй. Ты уже в будущем? Тогда мы идем назад. Сегодня день яблока. 1858 год. В Париже впервые исполнен кан-кан. Там же в 45-м женщинам впервые было разрешено участвовать в голосовании. Сегодня родились Альфред Нобель и Никита Михалков. Факт дня. Большую часть потребляемой энергии мозг тратит неизвестно на что. Шутка дня. Мама шотландца не пускает сына на дискотеку в короткой юбке. 21 октября 2015 года есть вероятность встретить кого-то из прошлого. Одевайся тепло, смотри хорошие фильмы. Радужного тебе дня! На поле Тесси завжди радіо лунає. Ранковий на стрімі завжди підіймає. Та тепер його не чую, і від цього я грущу. Ти одужуй та пошвидше, но почуй нас МЗ.